тоже это чувствуете. Махеев. Это я. Красотка я. Ребят, вы знаете, насколько я люблю персик? Насколько много сил, энергии, всего я отдала в эту машину, и она по-настоящему стала для меня родной, она стала для меня другом, с которым мы разделяли и горе, и радость, и какие-то эмоции невероятного адреналина. Мы прошли с ней настоящую историю. Но я счастлива объявить вам в этой моей автосемье пополнение. И пополнение стоит слева от меня. М4 Competition. Пожалуй, это самый новый автомобиль, который у меня был. Я ее должна была снимать еще дней 5 назад, но случился эксцесс, когда я поставила тачку на городскую парковку, ее эвакуировали, и вся съемка пошла коту под хвост. Но по итогу я доехала до сюда, чтобы здесь, как вы уже видели, раздать боком. Конечно, сейчас вы узнаете все характеристики этого автомобиля, но я хочу заострить внимание на вот этом брелке. Это очень мило. И я хочу его сразу вот так вот преподнести вам в кадр. Блин, а почему я говорю о брелке, когда я купила М4? Я понять не могу. Ребят, спасибо, что смотрите меня. Думаю, вы понимаете, насколько значимое для меня это событие, и мне будет очень приятно, если вы поздравите меня лайком к этому видео. Вам один тык, а у меня больше мотивации снимать для вас и улыбка до ушей. Короче, ребят, я стала счастливой обладательницей М4, вы можете меня поздравить в комментариях. Я не верю до сих пор, что это так, плюс один гараж. И эта машина, она очень много значит для меня, потому что, я не знаю, это про то, что все, что вы загадаете внутри своей головы, это все сбудется, если не ставить это в ранг мечт, просто идти маленькими целями. Если я смогла, то вы подавно сможете, 100%. Не хотела бы я делать какую-то долгую прелюдию, я больше про какие-то движения, вы знаете меня. Поэтому в этом видосе вы увидите реакцию Вадима, реакцию Луны.ком. А, блин, еще реакцию ребят из Кришлака, это тоже отдельный перформанс, конечно. Поэтому наслаждайтесь видосом, я надеюсь, что он вам зайдет. И спасибо, что вы смотрите. Смотрите меня, потому что на самом деле машинка-то вот эта стоит сзади меня, потому что вы меня смотрите. Сейчас мы перекинем тут вещи. Луи вагон, а еще у меня сзади утяжелитель. Это чтобы жопа ровно ровнее. Капец, он здоровый. Прям с этого трека я выезжаю в аэропорт снимать для вас видос из Японии. На самом деле, ребят, хочу похвастаться. Это, наверное, одна из самых напичканных М4, которые я видела. Самое главное, что она не битая. Она приехала из Германии. У нее не было владельцев в России от слова совсем. Она была тачка выходного дня у какой-то тетеньки. И на ней пробег сколько? 20 тысяч она ко мне приехала. Я уже 2000 километров накатала. Прикиньте, уже 2000 километров. Я просто из руля не вылезаю. Я хочу, чтобы вы разделились со мной вот этот максимальный позитив, когда тачка новая, и ты хочешь на ней постоянно кататься. И даже если у тебя дел нет, ты просто выезжаешь и просто бездумно катаешься по району, просто чтобы побыть вместе с ней. Дорогие мои, хочу украсть секундочку вашего внимания и сказать, что, во-первых, я а. очень сильно вас люблю, б. очень сильно ценю то, что вы смотрите меня, и в. хочу сделать вам приятно, провести конкурс на общую сумму в 44 444 рубля с двумя призовыми местами по 22 222 рубля. Что нужно сделать, чтобы забрать эту денежку? Досматривайте видео до конца, там будут все подробности. Приятного просмотра. У нас здесь карбонокерамика. Очень красиво. Ну просто невероятно. Карбон пакет. Она уже вся в блесках, правда, из-за моих ног.
чисто женская машина. Ковши, конечно же. Она, ну, просто очень красивая. Мне очень нравится цвет. И это не пленка, это цвет завода, как вы видите. И карбоновая крыша. Карбоновый у нее этот дактейл маленький. Ребят, почему-то многие в комментариях пишут, что это М6. Это никогда не была М6. Это 650-я машина, гражданская такая. А это спортивная тачка. Это трековая, это максимально вот под трек заточенная машина. И от нее столько эмоций за рулем. Ты просто врубаешь, я уже настроила М1 кнопочку, ты просто ее врубаешь и улетаешь в космос, конечно, в пределах скоростного режима. Она столько взглядов собирает, это просто невероятно. Я еще ничего с ней не делала на полный сток, но она просто магнит для глаз. Это что-то невероятное. Как я себя ощущаю после семейной машины за рулем спорткара? Ощущаю себя хорошо, это коротко. А если более длинно и широко, то вы сейчас будете смотреть об этом. Я не знаю, как ты это сделала, и всем комментаторам я вас просто, те, кто пишет гадости, я вас просто ненавижу, потому что вы сначала попробуйте хотя бы на 1/10 пройти путь, который проходит Ангелина, и потом что-то писать о том, что типа она где-то там насрала, либо что каким-то еще другим образом достает себе автомобили. Но типа, блин, вот, охренеть, у меня нет такой тачки, это очень круто. Я тебя поздравляю. Спасибо. Достаем утяжелитель. О! Чисто три мужика смотрят, как девушка в чемодан. Спасибо. Ничего. Я поднимаю не такие тяжести. Оберег на удачу. О, ребят, не так страшно на самом деле. Ладошки потеют, но когда страшно, тогда еще и весело. Ну что, все пристегнулись? Больше получаса жду Луну под ее домом, чтобы ее забрать и показать ей машину. Вот такая обстановка, ребят. Я ненавижу, когда люди опаздывают, но сама опаздывать я очень люблю. Ну, вот такая я хандра получается. Луна, если твоя реакция на эту машину будет недостаточно блогерской и эмоциональной, я тебя убью. Вы не подумайте, я не злюсь. Я не злопамятная. Я просто злая, и память у меня хорошая. A few moments later. Нет! Здорово, бандит. Я тебя... Я готова тебя и убить, и любить, и вот все глаголы на окончание «ить». Я извиняюсь, я посмотрю так. Потом... Ну как тебе? Это вообще просто трэш. Не, у тебя до этого соска тэнч была, но это не сравнимо. Ну прости меня, пожалуйста, прости. Я почти час стояла, просто час. У меня еще никогда так не... Я только имею право опаздывать, никто не имеет права опаздывать. Привет. Она вышла еще раз, посмотрите. Все, суки! Мои! С автомобилями! Зай, ну ты зато на самокате. Ну да. Зато у меня, знаете, это моя подруга, не ваша. А если ее машина, значит моя машина. Ну вообще, мне вот эта BMW очень нравится. Фух, я такая... М4 комплект. Can I never get a flight? Flying up, I gotta fly.
стильно это было. Да? Она показывает, что у нее 130 градусов. Теперь у нее пробег 22 тысячи километров и 1 километр боком. Ладно, ну не 1 километр, хорошо. Метров 200 боком точно есть. Я хочу включить какую-то приложуху, мне показывал знакомый, что можно включить, и она будет измерять то, насколько ты офигенно делаешь бублики. Интересно, сколько она мне звезд поставит? Одну? Вот и посмотрим. И тут даже, видишь, есть, она засчитывает, сколько кругов ты сделал, потом сколько минут все длилось, градус. То есть она суммирует все эти показатели и потом выносит свой балл. Ну вот ты по делу бублики, как ощущение? Проблема в том, что у нее руль, когда ты дрифтишь, он как будто бы становится более тугим, она сильно перегревается. Вот я сейчас на единичке делала, я хочу сделать на двушечке и посмотреть, как она будет себя вести при этом. Но ее несет просто трэш. Она сначала, конечно, страшно, потом ты уже начинаешь подхватывать и газком управлять, и это просто нереальное ощущение. О, да, мне очень нравится. Я сейчас проживаю этот момент с вами, и я реально ждала неделю, чтобы не дрифтить и чтобы подрифтить первый раз вот с вами. Спасибо! Вы готовы, дети? Это я перешла на вторую. Так, 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 еще раз, что? Я приехала на своей машине, но не на персике. На гелике? Нет. А на чем? Я видел у тебя сторис Rolls-Royce Cullinan. Ой! Я же жена промоющей стала вдруг, да? Я вообще не понимаю, где она эти машины берет. Она каждый день то на Макларене, то на Rolls-Royce, то на еще чем-то. Я спрашивал, говорит, друзья, я говорю, в смысле? У меня такие друзья. Мы сейчас будем снимать трек с водителем моей машины. Мы выходим. Да ладно, серьезно? Охренеть! Вот такая M4 Competition. Причем я ее заметил, я ее у себя в голове держал, но даже подумать не мог, что это твоя. Карбон пакет, карбоновый спойлер, карбоновая крыша. Какая кайфа, на ковшах, охренеть! Сколько денег? Нахуя! А ты ее только забрала, что ли? Она дикая. Вот эта машина, блин, вот ты вот эти вот кнопочки не трогай. Вот. Ты чё? Она ж больная вообще на голову. Говорю, Ангелина, она сумасшедшая. Ну типа, если ты вот трогаешь вот эти вот две кнопочки, она тебя пытается убить. Каждый момент времени, когда ты в ней находишься. Вот это зверь. Ты это поймешь. Когда ты к ней чуть привыкнешь и начнешь на ней вжаривать, ты... Да. Поздравляю. Прям очень сильно поздравляю. Спасибо большое. Она тебя пытается убить каждый момент времени, когда ты не находишь. Вот это зверь, это зверь. Ты это поймешь. Какая дымовая завеса классная. Перехожу на вторую. Да блин, я закидываю. Ладно, извини, дорогая, пока не готова дрифтить на второй. Ребят, я показываю старому и Прокофьему показываю свою тачку новую. Ну, на самом деле, Ангелина... Объясните, просто... почему вы в таком луке? Ангелина просто приехала к нам домой, мы построили дом. Блядь, ты трак, вот, что ли? И мы вышли, короче. Ну, она приехала нам тачку показать. Она нам сказала, что надо быть чистыми, прежде чем ее трогать. Мы на съемках, давайте так, мы на съемках офисных игр. Это маленькая реклама. Мы только из душа, поэтому получилось так. Так, ну что здесь, дверь? Здесь дверь есть, да. С ручкой, да, вот так. Что это между ног? А это чтоб ты яичками, когда тормозит, резко бился, короче говоря. Ты куда пошел? У тебя замечательно выходит. Не добавить, не убавить. Ладно, давай, хорошо. Хорошо, это подушка безопасности для твоей мошонки. Это что, это кожа? Да. Это алькантара. Алькантара на вкус. Это альчантара. Это кожзамша, короче говоря. Так не надо! Ладно, давай я заведу, то я все рассказываю. Да, ну что сюда. Это машина для четырех мужчин. Это есть
Если я правильно понимаю, вот это режим один мужчина, это мужчина два. Мужчина четыре заново. Спасибо, что меня захейтили просто полностью в комментариях. Мне коллекция самоката больше нравится. Вдвоем вот мы со старым гоняем. Да, мы вот так. А кто спереди, кто сзади? Мы едем, короче, вот я так руль держу. Мама, я не хотел эту шутку настолько дорабатывать, объяснять. Короче, вот сейчас картофельный сезон пойдет, сдача везти. Сколько ящиков по месяцу? Помидор, картофель. Ну, чтобы не все летало по салону, как Хасбик, то ну два, наверное, максимум. Хасбика мы уважаем. Ну все, короче, сколько оценка какая будет? Слушай, ну если бы не вот этот кожзам, я бы поставил 9, да. Сзади, короче, сзади любовью, как я вижу, любовью неудобно заниматься, но помастурбировать. Но светлый, но светлый, да, смотри, офигенно. Это же машина для четырех мужчин, М4. Четыре мужчины, двое сзади мастурбируют. Давай. Меня дети смотрят в том числе. Дети? Не смотрите. Ну а твоя оценка какая? Моя оценка 3 из 10. Очень не нравятся пороги. Вот, нельзя обувью объективно постучать. Объективно. Так хочется, конечно, обувью постучать, чтобы грязь сдачу сбить. А тут они слишком низкие. А вы всегда в тапочках выходите на улицу? Да, конечно. Ну, тапочники классические, да. Обычные. А есть вейп встроенный сюда? Есть. Нет. Ну, мы же не, ну, не бумеры. Тут есть еще седла приятные, такие, как компьютерные кресла. Разъеб. Смотри, вот видишь, на ключ сиденья вешаешь. Это чтобы держаться заднему пассажиру вообще. А есть звук, если по задним фарам, как по жопе шлепнуть? Давай, попробуй. Еще раз, она заводится, видишь? Она заводится, да. Ладно, ребят, ладно, это был пока обзор. Мы к тебе на крышу, если что, знаешь, что мы сейчас на крыше будем. На капоте. Еще я уезжаю отсюда, я уезжаю. Она, видите, когда она... Перегрет двигатель. Да, она уже 130 пишет, поэтому надо ее охладить чуть-чуть. Сейчас мы тебя остудим. Так, завершить дифт-сессию. Посмотрим, сколько она мне напишет. Опа! Она мне поставила 4,5 балла! В тотальном дрифте я провела 28 секунд, 260 метров. Nice. Ну надо на вторую перейти, ну как будто бы вот надо. Всем надо. Поставьте 5 звезд, пожалуйста. Ну как, хорошо было? Мы едем показывать моему папе эту малышку, и он не знает о том, что она теперь встретили счастливую обладательницу М4. Ребят, я надеюсь, вы увидите, как я потихонечку открываюсь вам все больше и показываю свою семью, личные моменты и так далее. Но не все члены моей семьи готовы к моему такому порыву, и я это, безусловно, уважаю и принимаю. И папа очень порадовался за меня и поздравил с покупкой, но попросил оставить видео с его эмоциями в семейном архиве, и я разделяю это решение. А сейчас я познакомлю вас с моим младшим братиком Стефаном. Он больше всех ждал эту машину в моем автопарке. Стефан, ты больше всех ждал, чтобы я купила тачку. Правда же? Да. Ты очень такая. Очень? Да. Ну, садись. Это ж... Это... Эти глаза! Что там во дворе стоит? Веса. Твоя. Моя. Нет, Роберт, это моя. Это моя веса. Что тебе нравится больше? Что мне нравится? Ты куда? А, ты спереди посмотришь? Вот это выражение пацана. Ребенку понравилось очень. Это главное. Я приехала показывать новую тачку маме, брату. И я так рада, что
после интервью на «Да-да, нет-нет» я стала ближе с вами, и теперь я могу показывать свою семью. Не осталось скелетов в шкафу перед вами, и я, еще раз повторюсь, безумно этому рада. Честно, ребят, волнуюсь. Очень волнуюсь. Настолько, что сейчас вот возьму и кофе выпью. Это очень волнительно. Очень-очень волнительно. Сколько раз я это рассказала? Много. Ой. Мама, ну где ты? А ты можешь меня встретить? Ну просто выйти... Да нет, нет, выйти из дома. А, да, конечно. Я выйду. Давай. Да, давай. Это очень много, очень много. Приветики. Ой, какая ты красивая, мам! Как тебе машина? Мам, это моя машина. Если бы не вот эта идиотская стройка. Давай, как вот тебе машина? Нет, ну если ты хочешь мое мнение, во-первых, цвет. Это же синий всадник. Да. Это же Кандинский Василий. Мама! И это ж мама. Как-то я, ну как бы твоя как дочка. Как бы это твоей дочке сейчас вот такая машина. Как тебе, вот, как тебе такой поворот, ну, событий? Как такой поворот событий? Вот такой поворот событий. Вот это поворот! Можешь меня поздравить, да? Ребят, такая реакция моей мамы на мою машину. Спасибо большое. Короче, мама, одно еще предложение. Ну как вы по-обывательски, можешь сказать? А, вау! Класс там! А для меня это просто концептуально. Ты гордишься своей дочкой? Да, это такой болид прям для тебя. Спасибо вам. Давайте. Это Тома, знакомьтесь. У него всегда мокрый нос. А это Кнопа. Молодец. Молодец. Сейчас буду катать маму. Она мне дает подержать вот это устройство. О! Опа-на! Мой брат идет. Да, иностранцам. Присоединяйтесь. Здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте! Как тебе моя машина? Четкая. Не, в натуре класс. Четко. Что-то он не особо рад. Не, он просто в куматозе. Да? Да. Вот так, ребят. Ну, если мой брат не порадовался за меня, то вы порадуетесь. Так, если я включаю что? М1, мам. Готова? Сейчас будет разгон. Вот этот мир. Ну, слушайте, зверь, машина просто улет. Все. Ты хочешь подрестить? Ты первый человек, с которым я буду дрестить в этой машине. Готов? Это честь. Это честь, да. Еба! Не думал, дрестить сюда, веселее. Конечно! Сучки, вы где? Ты вообще держишь просто фантастику. Сейчас поцелуем в жопу. А. Красава, Ангелина! Она прям тут такой рулит. Офигеть! Это офигеть! Это люто! Это люто! Это люто вообще! Честь тебе! Это офигительно! Спасибо, просто что так долго ты держала, охренеть! Так, давай завершаем дрифт-сессию, сколько мне поставить баллов? 5 звезд! 5 звезд! 35! 272 метра мы проехали блоком. Охренеть, у меня сердце колотится, господи, как это офигенно! Я хочу, чтобы каждый зритель, который меня смотрит, испытал такие же эмоции. Она съела, знаешь, сколько она съела? Четверть бака съела. Блин, я в этот момент, когда ты идешь боком, ты забываешь о всех каких-то посторонних мыслях. Это реальная терапия, и ты только сконцентрирован вот на руле, на угле. И мы только одним и только на шиме. Давай, дорогая, давай, давай, давай! Вау, какая дымовая.
он пока мне ставит 3 балла. Выполнение 10%. На самом деле, прям у меня дыхание. Все, ладно, у меня было 5 звезд, не нужно перегибать палку. Я желаю, чтобы каждый человечек, который смотрит это видео, мог испытать те же самые эмоции от такого же экспириенса. Наверное, нет большего счастья, чем видеть радостные глаза своих близких, которые искренне счастливы и радуются за тебя. И вот с ними я точно знаю, что эмоцию счастья, если я разделю с ними эту эмоцию, то эта эмоция только в разы многократно увеличится в размерах и в количестве. Спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайк, пишите комментарии. И хочу от вас услышать фидбэк по поводу этой тачки, насколько она мне идет, насколько вы вообще ожидали такого поворота или не ожидали. И что делать с этой малышкой? Давайте накидайте в комментариях. Слушай, Саш, может что-нибудь типа разыграем? Что ладно разыграть? Что? Шестерку. Ладно, что? Не надо оставлять. Этого вырезаем. Короче, что я думаю? Сейчас это на монтаж мы отдаем, и пока монтажер будет долго монтировать все вот эти кусочки и отрывки, я за кадром наложу, что конкретно мы будем разыгрывать. Итак, что нужно сделать, чтобы забрать денежку себе? Написать абсолютно любой комментарий внизу. Это может быть что угодно. Поздравление меня с машиной. Мне будет очень приятно это почитать, конечно же. Либо же это может быть ваш вариант прокачки моего нового автомобиля. Что вам будет интересно смотреть? Поэтому комментарий может быть абсолютно любого порядка, кроме говнокомментариев, неконструктивных. Короче, пишите свои комментарии, и через неделю я выберу 2 победителей рандомайзером, либо там, типа, закрытыми глазами, там, полистаю, выберу, ну, короче, как это обычно делают все блогеры. Все, всем удачи, спасибо большое, что смотрите. Ребят, участвуйте в конкурсе и забирайте свой приз. Всем спасибо, что смотрели, целую, обнимаю, берегите себя, берегите родных близких. До новых встреч. Давайте точку жирную поставим.